Всем привет, друзья мои! Утро начинается с хачапури. Хачапури сегодня у меня с колбасой. Вот такое красивое вышло. Мы, короче, ждем, пока она приготовится, испечется, и собираемся на море. Сегодня, завтра мы тут уедем в дорогу, уже нам не до хачапури, не до моря. Так что утром встала в 8, сделала йогу. И собираюсь. Вот такая красота получается. Я вам сейчас расскажу, чем я смазываю сверху. Сейчас оно можно уже выключать, пойдет. Так, друзья мои, вот такую колбасу я положила вовнутрь. Просто тем, кто проживает в Турции, рекомендую. Эта колбаса называется марки Банвит. Посмотрите, эта малая пришла и все время откусывает. Вот только она проснулась и сразу за колбасой. Вы видите? Я хотела попробовать. Да, попробовать. И вот я рекомендую. Продается она в маркетах Шок стоимостью около 13 лир. Смазываю хачапури сверху, я яйцо и майонез. Рекомендую. Деми, подожди, бабуля. Стоят уже возле меня, ждут хачапури. Так, посмотрите на нее. Она опять хочет укусить, съесть колбасу. Бабуля, я хачапури готовлю. Друзья мои, рекомендую вам кетчуп и майонез этой марки. Он недорогой и вкусный. Стоимость тоже не помню, но недорого. Смотрите, мы с Сашкой вам такое не кушаем. Но дети любят. И то я им даю редко, но все-таки я вот в тесто подмешиваю, делаю, сверху мажу и сама сейчас ем. Так что вот, друзья, можете кушать, они, это очень вкусно. Особенно они любят колбаса, гамбургеры, быстренько так вечером приготовить. Вот мои девочки, причёсочки красивые, причёсочки. Да, да. Бабуля всех приготовила, и мы идем на море. Уже не так прохладно, а у Деми вот такая стрижка. Ну, я посмотрела, что там надо подправить сзади. И что, бабуля подправит? Все, идем мы на море. Сегодня они будут денежку бросать, чтобы вернулись еще в Мерсин. Да. Вот пришли мы на море, друзья мои хорошие. Сегодня побольше народу. А это с мужем мусор собирают с пляжа. Ждут нас, ждут. И море сегодня неспокойное. Вот ты, папуля. Мы купили кефи, мороженое. Они сейчас кушают. А? У меня глаза чешутся. Вот. Кефи стоит 2,50. Покупайте, очень выгодно. Да, а Деми не захотел мороженое кефи? Вот такое любит, да? Да, Деми? Да. Вот такой. Вот смотрите. Покупайте это тоже. Он очень вкусный, да? Сейчас посмотрим. Это жвачка. Это как жвачка. Смотрите, ты тоже. Так, хорошо, Мария расскажет вам. Спасибо. Сейчас, Мария. Вкусное. Смотри. Я пьяшки. Я пьяшки. Это очень вкусное. Смотри, карга царит. Это самое вкусное в мире. Это самое вкусное. А это вообще батуми покупается? Ой, опять нет, мне попало. Вот я взяла. Вот так выглядит кефи. Извините, посмотрите, как у меня руки. Идите покупайте, посмотрите, как он выглядит. Подождите, у меня чувствует. Ми. Пили на море. Мы там очень долго.
Друзья, я решила поменять свой образ и прическу. Сейчас мы уходим. И я думала, я буду сегодня дома, но Ашкин неожиданно нас куда-то ведет с детьми. Я накрутила себе такие гулечки. Сейчас я их раскручу и посмотрим, что у меня получится. Если вы хотите кудри, то можете пользоваться этой техникой. Но мой муж в шоке. Дорогие друзья, что я сейчас узнала? Вообще я в шоке. Вы видели этот вообще волос? Мне не понравилось. Напишите комментарий. Вам понравилось или нет? Ну, я скажу, что мне не понравилось. И еще я что-то хотела вам показать. Я такой колесо сделал. Вы будете дома зайти. Не специально иду. Я попала на ловушку. Дэми! Это микрони, чем ты ловушка? Чтобы вы поняли. Я выхожу от этого домика. Есть специальный домик. Тебя посмотрите. И скажите, что за бардак? Сакартвело. Энделадзе Мариями Энделадзе Кеко. Марука нахэ. Тебе молодцы, Светлана. Светлана, молодцы. Светлана. Светлана Ламазев. Какая красавица, просто красавица. Китрашка. А спим! Всем пока-пока! Туркеты же не кушают борщ. Ну, я очень захотела русский борщ. Вот ты бабуля! Вот ты бабуля! Вот так у нее волосы. Вот и я. Всем привет. Здесь села уже. Мы придем через 3 часа. Ага. А, мы придем. Денег нету? Марья взяла за собой денег. Нет, ничего не будем. Уже 4. Я не хочу кушать. Я не хочу кушать. Уже 4. Бабуля, ты скоро там борщ сделаешь? Вот сейчас вам покажу, как лечит борщ. Бабуля, я еще долго так буду ждать или нет? Бабуля, я долго буду ждать или нет? Сейчас греет. А, нормально, недолго. Я сильно вот это чай. Очень-очень-очень горячий пила, даже вы холодный. Даже вы не попьете, какой горячий. Мерил Монро, Пашкин. Вот так выглядит это борщ. Ладно, сейчас не время снимать. Я не похожа на Мерлин Монро. Бабуля. Ну чем я не Монро? Как вы думаете? А напишите в комментариях. Монро? А кто такой Монро? О, я не убилась. Сдаем тест на коронавирус для путешествия.